мочу лист не полностью. Мочу нижнюю часть листа. Чтобы голова получилась более по-сухому. Собираю всю лишнюю воду. Такие котики, они лучше силуэтом рисуются. Поэтому вот так вот будет спинка. Вот так вот будет хвост. А голова уже чуть более по-сухому. Ну-ка. Она, по сути, вот сейчас намечу форму ушка. Ушка. И вот здесь вот хочу немножечко сделать попушистее внутри. Вот так. Конечно, от этой бумаги многого ждать не приходится, но все равно силуэт котика можно увидеть. Пушистенького. Другим цветом, рыжим. Ну, тут медлить как бы не приходится, бумага сохнет. И я мочу и сразу рисую. Знаете, сейчас вот тут вот рядом покажу, куда этот котейка смотрит. Мочу лист. Под диктовку говорю, мочу лист. Беру концентрированно черную краску. Делаю вот так вот хвост, вот так вот задние лапы. А, сильно растеклось. И вот там вот будет голова с ухом. И еще одна лапа. И сейчас, когда высохнет, можно будет прорисовать, куда смотрит этот кот. Ну, вы поняли. Весна же, от него ушла тетя кошка. Так. А что, прикольно. Какую бы еще форму? Так, нужно, чтобы ушки у меня остались
Хочу, чтобы они не расплывались так сильно, поэтому сделаю сначала ушки, треугольнички. Вот так вот. А теперь намочу низ. Мочу низ. То, куда у меня будет разбегаться шерстка. Все нужно пробовать. Если не получается, нужно пробовать еще больше, пока не получится. Возьму коричневый. Вот тут вот будет лапка. Вот тут вот будет попка. Но хочу добавлять еще рыжий. Ухо пускай тоже будет рыжее. Лапка. Полосатая. И хвост такой темный, вот сюда. Оп. Заворачивается. Большой пушистый хвост. Можно прям поляпать. И теперь уточняем детали. Нашего котика. Морда, интересно, у него высохла. Сейчас подсушу. И глазки. Может быть, морда у него пушистая, нос темный.
И можно показать, сформировать, какой формы морда, сделав тень под мордой, но вот тут ее тоже размыть. Можно показать, что где-то он лежит, у него лапка свисает, у этого котика на окошке, может быть, да, там сзади. Окошко со ставнями. Вот такой скетч получается. Вот котейка на окошке. Нужно смотреть характерные формы, как котейки изгибаются, как они идут, как они сидят, в какой форме, и эту форму силуэтом пытаться передать. Еще когда они спинку изгибают. Сейчас тут уже высохло. Здесь вот еще одного перерисую. Ну-ка. Вот такого. Куда бы хвост ему завернуть? Тоже трубой. Не, пускай будет сюда. А, тут уже высохло. Я пыталась намочить немножко, и получилось, что оно уже высохло. Но все равно наверху растекло. Сейчас-то тут, тогда тут так смягчу. И морда тут такая. Даже еще надо было выше спину, чтобы он изогнул. Да, наверное, еще выше, да, девочки? Тогда надо будет подмачивать его. Когда они так встают и подтягиваются.
Кляксочки такие. Вот такие вот сегодня были котовые истории, котовые зарисовки. У меня получилось несколько очень даже симпатичных. Котеек, жду ваших рисунков. Пробуйте играться с акварелью, именно ляпать, брызгать. Не относиться к этому серьезно, а медитировать, наблюдать за этим пятном, которое у вас получается. Пытаться форму ему придать, ту, которую вам нужно, посредством регулировки жидкости, да, посредством регулировки количества воды, которая у вас есть. Можно прям взять большой лист, большой, и такими зонами увлажнять, и там кисточкой рисовать этот хвост, спину. Подождать, пока чуть-чуть подсохнет, чтобы не расплылись так сильно уши, потому что ушко должно быть маленькое, оно норовит убежать сильно, расплыться. Поэтому все эти моменты нужно контролировать, научиться. И для этого контроля нужно делать вот такие вот упражнения, как мы делали петухов, да, котов. Вот этот тоже классный, мне нравится. Пушистость получилась хорошая. Понятно, что нет предела совершенству, можно его доработать, дорисовать, чтобы морда была не плоская, идеальная, все это уже по-сухому. Но вот этот вот эффект, это то, что мы сегодня должны были получить, когда краска вот так вот расплывается, вот так вот сама, и мы ее стараемся уложить как так, чтобы получилась нужная нам форма. Пробуйте. Я не говорю, что это легко. На самом деле самые легкие упражнения делать труднее всего. У нас еще был урок с чашечками, его все очень любили в кавычках. Все, когда смотрели на кучу нарисованных этих чашечек, говорили: «Боже, какие они классные, какие они легкие, давай, мы тоже хотим». И когда садились рисовать, у нас классы были по 3 часа, не по 2, даже по 3, то к концу 3-го часа начиналось получаться что-то из... Там 20 чашечек можно было выбрать одну или две более или менее удачных. То есть делать такие вот работы, которые подразумевают лихие мазки, не вычерченные, не продуманные, а такие силуэтные пятном, то, что акварель может делать лучше всего. Вот они как раз таки самые трудные, потому что очень трудно отпустить себя, потому что нас в школе 10 лет били по рукам и говорили писать по линеечке, в одну линию, в одну строчку, заглавные буквы, и поэтому ну, крайне сложно себя отпустить и сделать что-то такое, да, что-то такое лихое. Сейчас напоследок. Самый последний, он останется в записи, и вам наверняка понравится такой вот Коко, еще один. Когда нужно чиркнуть,
быстро мазнуть и оставить вот это вот самое. Такое, что очень трудно сделать, но это дает свободу. Для тех, кто не понимает, зачем делать эскизы, быстрые зарисовки, то это как раз для свободы в больших картинах, в большой живописи. Для того, чтобы там были фоны, ух, классные, крутые, здесь нужно потренироваться на таких вот штуках. Вот такого вам куко напоследок. Чашечки с блюдцами в следующий раз. Хорошо, я выставлю фото, и если вам понравится, то чашечки с блюдцами. Но я так полагаю, что вы хотите какую-нибудь картину под диктовку в большинстве своих процентов, чтобы осталась картина, да, какое-нибудь, не знаю, море с лодочкой. Выставлю тогда чашечки с блюдцами, и если за них наберется большое количество голосов, то порисуем чашечки с блюдцами. Но из головы их рисовать трудно, надо заранее подыскать референсы, чтобы вы смотрели. А так как я работаю с телефона, то не могу ни на чем вам показывать, у меня распечатанных нету референсов. Кокошечка. Вот такой. Ладно, всем, всех целую, обнимаю. Хорошо вам продолжить рисовать в этой манере. На телефонах, на ноутбуках найдите силуэты котов и попробуйте поуправлять краской на сырой бумаге. Это очень круто. Крутое упражнение. Обнимаю, ваша я. Пока. Пожалуйста.